Беговая дорожка, как у космонавтов, лазерные процедуры и мощный магнит. Такие услуги предоставляют реабилитационные центры в рамках губернаторского проекта «Сертификат для бойцов СВО». В одном из таких центров побывали мои коллеги. Андрей Антонов в реабилитационном центре недавно. Причина – атрофия мышц. Удар от осколочной гранаты противника приняла правая нога. Ее собирали по кусочкам и сшивали прямо в окопе. Сейчас заново учится ходить. Весь день нога. Как бы коленку гнут, получше согнули. Раньше на полом почти стояло. Ну и сразу же результат виден. Беговую дорожку, по которой ходит Андрей, используют для тренировки космонавтов, когда после долгого полета ноги забывают о своих прямых обязанностях. Ну а к тем, кто после контузии перестал говорить, всего за одну лазерную процедуру речь возвращается. А вот это чудо техники, похожее на какую-то ракетку, называется суперинтенсивный магнит. Его мощь 2,5 Теслы или 1000 алмагов, а лечат им как раз проблемы с шейным отделом. Такие передовые процедуры военнослужащие проходят по губернаторскому реабилитационному сертификату. За 2 года его вручили почти 1000 человек. В рамках проекта участники получают социально-медицинскую реабилитацию, профессиональное обучение, помощь в трудоустройстве и посещение досуговых и спортивных мероприятий. Это такой живой проект, он не стоит на месте. И если мы посмотрим по количеству ребят, по количеству заявлений, заявлений больше, потому что ребята получают соответствующую информацию и меняют набор тех услуг, которые им нужно. И вот в чем особенность проекта? Это не бойцы. Как бы в проекте идут, да, проект подстраивается под бойцов. По словам кураторов, проект постоянно пополняется не только участниками, но и организациями. Их добавляют на основе пожеланий самих бойцов. А последние масштабные изменения – продление срока действия сертификата. Теперь воспользоваться услугами бойцы смогут в течение 2 лет после оформления. Алексей Бородин, Даниил Колпаков, новости ОТС.